Это первый капитальный ремонт Юровского дома культуры. Обновили буквально все. Полы, стены, потолки, дверные и оконные блоки. Полностью заменили проводку. Большая часть средств ушла на замену системы отопления. Теперь оно автоматизированное, что обеспечит безопасность и удобство эксплуатации. Приобрели новую мебель, а также звуковое и световое оборудование. Появилась звукорежиссерская комната. Капитальный ремонт коснулся всех внутренних помещений. Фойе, концертного зала, хореографического класса и санузлов. После ремонта Дома культуры жизнь клуба наладилась в положительную сторону. Мероприятия стали посещать намного больше народа, с интересом приходят на наши концерты. Стало больше творческих коллективов, в частности, у нас появился хореографический коллектив «Сияние» для взрослого населения. С удовольствием люди приходят, занимаются. И вот недавно тоже, кстати, образовался вокальный коллектив новый. Сегодня, кстати, едут на конкурс уже первый раз этот коллектив. Всего в стенах Дома культуры села Юровка занимается более 200 детей. Теперь для них здесь созданы все условия, чтобы развивать творческие способности и покорять большие сцены.